22.05, 17 марта. Я, блядь, просто не могу в это поверить. Ублюдские, наглые соседские соседи. Соседские собаки. Настолько набрались наглости, что стали перелезать по снеговой куче. По вот такой. Вторую кучу я уже убрал. И, короче, нападают на пирата. Здесь я сейчас ставлю фотографии, какой пират был покоцанный. Как эти суки тряпку на будке порвали. Здесь все кровишко было. Вот, собственно, сами эти собаки. Мрази поганые. Так, ну а тут я уже кучу сегодня днем убрал. Разгреб ее более-менее. Сейчас подсвечу ее. Блин, снег валит. Так вот. Прямо копа целая получилась. А здесь только предстоит начать работу. И это ужас, просто ужас. Уже 10, а мне уже срочно это все разгребсти, снять спортлок. Еще и помыться сходить и выспаться. Скорее всего, ни хрена из этого не успею. Пожелайте мне удачи. Двадцать два уже. Я уже так упарился, но работу надо продолжать. Но я лучше пойду чая попью, отдохну немного. Ну, надо перерыв себе сделать. Хотя, впрочем, лучше, наверное, отложить на завтра. Ну, фокусируйся. Просотенка. 21-23, 18 марта. Вот, собственно, наступило завтра. Думаю, стоит продолжить. Такая гора. Так, адрес не палим. Продолжим. Так, ну думаю, на этом можно закончить. Полные кроссовки снега. Там снег внизу рыхлый. Наступаешь, проваливаешься. Ну и плюс я вон туда еще. Вот на эту часть снега накидал. Так что ни одна псина не должна перепрыгнуть. Окопы что надо. И освещение что надо от Хлоуми. Вообще шикарно. Топовый телефончик. Ай, блин, нахер я это сделал. Сегодня все.